Ребенок пострадал в аварии в Череповце. ДТП произошло накануне в 18:20 во дворе дома номер 3 по улице Раахи. Водитель на автомобиле «Opel Vectra» задел 10-летнего мальчика. Ребенок получил ушиб бедра. Сотрудники ГИБДД обращаются к родителям с просьбой контролировать детей во дворе. Объяснить, что нельзя внезапно выбегать на проезжую часть территории. Водителям стоит ехать с максимально низкой скоростью. В Череповце сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая совершила хищение косметики. Камеры наблюдения в торговой точке зафиксировали, как женщина кладет в карманы тушь и косметическое масло. После этого злоумышленница попыталась уйти. Сотрудники магазина нажали тревожную кнопку. Женщину задержали. Выяснилось, что она ранее уже привлекалась к ответственности за хищение в магазинах города. Около 400 сотрудников полиции будут обеспечивать порядок во время празднования Дня Победы. Увеличится плотность нарядов патрульно-постовой службы в местах массового пребывания людей. Усилят численность следственно-оперативных групп. На охране порядка задействуют и кинологов с собаками. Также помогать полицейским будут частные охранные предприятия и народные дружины. Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, информируют о том, что водителям необходимо заранее продумывать маршруты для движения. С 8 утра будет перекрыто движение к первому городскому кладбищу и площади Металлургов. А также частично будет ограничено движение на время шествия курсантов военного института и участников бессмертного полка.